я буду делать нектоновскую жидкость. Привет, привет, Ленчик. Что у тебя есть? У тебя набор какой-то новый? Да. Какой? Привет, Ленчик. У нас такой сегодня набор, да? Да. И мы будем сегодня делать с тобой. Будем делать с тобой ньютоновскую жидкость, да? Да. Ну. А это что у тебя такое? Крахмал. Инструкция. Контейнер. Это стаканчик. Перчатки. А это что такое маленькое? Да, это краситель, скажи. Чтобы сделать ньютоновскую жидкость синей. Почему одна перчатка? Ну, одной рукой куда-нибудь будешь мешать. Давай приступать. А инструкцию кто будет читать? Перчатку уже напяливаешь. Смотри. Можно крахмал надо высыпать в контейнер. Заполнить стаканчик водой на 3/4. И добавить туда краситель. Она жидкая, в то же время она твердая. Если палец поставить, то он медленно утонет. Это свойство ньютоновской жидкости. Она сразу может быть в двух состояниях, твердым и жидким. Получается кулаком, то попробую молотком. А, Леня, у тебя молоток? А сильнее ударь. Прыгивай. Да я сам. Леня, ты зачем утопил молоток? Если понимать медленно, то его легко доставать. А если поднять быстро, то это сложно сделать. Давай. Лень, попробуй медленно подуть туда пузыри. Медленно. А теперь попробуй резко дунуть. Не получается. Нет, подождите. Для ладошку. Конечно, все расстроит. Получилось. Ну,
помню. Это была ньютонская жидкость. Всем пока. Мы были на канале Ленчик. Всем пока, пока-пока. И подписывайся на мой канал Ленчик. Всем пока. Пока-пока. Все.